Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня я хочу сделать обзор отдушки, называется «Запах денег». Это оригинальная отдушка, аромат унисекс. Это смесь аромата хлопка и чернил. Довольно-таки оригинальный запах, редко где встречается, но он довольно-таки интересный. Приятно пахнет. Отдушка сама по себе очень концентрированная, поэтому достаточно пару капелек, чтобы ваше косметическое средство очень приятно пахло. Ее можно добавлять в мыло ручной работы, тогда ним сможет пользоваться и ваш муж, и вы. Также можно добавлять в шампунь для волос. Могут пользоваться ним как мужчины, так и женщины. Этот аромат довольно-таки интересный, довольно-таки нейтральный, поэтому он не резкий, не сладкий, а такой нейтральный запах, поэтому он подойдет каждому и не вызывает никаких неприятных ощущений. Его можно добавить в сухие духи, тогда вы будете пахнуть не так, как остальные, оригинально. Также можно добавлять в любые ароматические средства, например, еще можно добавлять в бытовые чищущие средства, такие как гель для посуды, или стиральный порошок, или же чистящий порошок, тоже будет оригинально пахнуть. А также можно добавлять спреи для тела, в освежители воздуха или саше, если вы хотите, чтобы ваше белье пахло интересно, тогда можете сделать саше и положить в шкаф эту подушечку, и тогда ваше белье будет источать такой нежный, приятный аромат. Я хочу показать вам более подробно. Вот такая бутылочка, фасовка 10 мл, поставщик США. Бутылочка закрывается прочно, поэтому отдушка не выльется. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. В прошлый раз я снимала обзор эластина. Вы сможете увидеть ссылочку на этот обзор под этим видео. Заходите ко мне еще. До новых встреч!